Hi people of YouTube, welcome to this video. My name is Eddie and I hope you have a fantastic day. Доброе утро, добрые люди. Buenos dias, España, Chile, Guatemala, Argentina, México y todos que hablan español. Bonjour, France. Bon dia, Portugal, Brazil. Ni hao, China. Bruchim abayim. Shalom lachem, Israel. Guten Morgen, Germany. And I know that I have from Sweden and from Norway, and it sounds, as far as I know, the same. Guten Morgen. Guten Morgen. Good morning to two people. Usually you have a very good English, so I don't even bother, you know, to put the subtitles in Norwegian or Swedish, but tell me if you need it. Anyway, today this is Dembriel Orzhak. We know him from his first and only appearance on my channel. And oh my god, I got a lot of requests for his other songs. So I'm actually waiting to the end of the month to do the T-Super, because usually these videos by the video broadcaster, they got blocked after a month maximum. So there is no point in making them now, but maybe in a week or so I will do them. But in the meanwhile, we have them here, and this is another song from this year that Dembriel participated with. And while I was searching for it, I found like a short video of biography that I want to watch with you. And this is, I guess, in Russian, because I see the NTV logo. But first of all, I hope that it will not get blocked, and I'll try to summarize the main points. And for any of you that don't speak, you know, Russian. And guys, ребята, второе видео Дембриэла Оржака. Многие из вас мне рекомендовали именно эту версию. Я нашел версию Love Hurts с непрофессиональной камеры, и я надеюсь, что там звук достаточно хороший. Видео я немножечко пробежался, и оно было, в принципе, нормальное. Я видел другие версии, но они мне показались немножечко как бы короткие. Так, может быть, там какие-то обрезанные есть элементы. И еще, когда я искал, я нашел такой кусочек биографический о Дембриэле. И как он называется? «Я живу, чтобы петь. История невероятного мальчика Дембриэла из Твы». Многие из вас мне написали, что живет он город Тва. Я должен признаться, я не знаю, где этот город, или хотя бы как бы хорошо географию там не знаю. Понятно, что никогда там как бы не был, но вы написали, что как бы можно понять, и как выглядит как бы мальчик, что это находится на Урале. А, как всегда, если вам нравятся такие ролики, которые я делаю, мои просмотры, мои комментарии, там, я не знаю, давайте смотреть вместе, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, пишите мне, будем смотреть вместе. Да, поехали вперед. В переводе с тувинского это значит «я тебя люблю». Эти слова Дембриэл старается как можно чаще говорить своей тете.
Она взяла к себе мальчика и его старшую сестру. Опекает, воспитывает, заменяет и отца, и мать. Я про свою маму не знаю ничего. Я рад, потому что она родила. Мама лишена родительских прав. Где она? Почему ушла? Зачем бросила? Денберел не знает. Он знает только одно. Мамы нет в его жизни. Значит, она сама этого не хотела. Yeah, we'll just translate. So he doesn't have his biological parents like abandoned him, and he didn't even know them. There is no like a connection, and his aunt actually raised him and his older sister. I didn't even know. This is heartbreaking. Какой образ жизни? Да, я обижаюсь. Своего отца Денберел совсем не помнит, но если встретит, узнает наверняка. Ему не раз говорили, что он очень на него похож. С папой, ну, короче, он ушел от нас, другой женщине, и он живет другой женщиной. Денберел никогда даже не задумывался, какой могла бы быть его жизнь с родителями. Или если бы он оказался в интернате, он гонит такие мысли прочь. И радуется тому, что у него есть. Мое счастье, потому что у меня есть друзья и семья, как там брат, сестра. Но я счастливый человек. Я хочу стать в будущем профессиональным артистом. Я живу, чтобы петь. Yeah, so it's actually quite sad, you know. He's a very, you know, lively and happy boy, but his past is just terrible. You know, parents are the most important thing in their kids' lives, and he was just abandoned. His, you know, his father went to another family and didn't want anything to do with them, and. He said that he is still very thankful and very happy because he has family, he has his sister, maybe a brother also, and now he's getting older, but this is this is terrible. What is wrong with them? I mean, we heard it with Diana, now it's with Denbrel. What is wrong with people? I can't understand it, you know, fully. This is просто в шоке от того, что сейчас как бы услышал. Это я слышал с Дианой, с ее биологической мамой хотя бы, я не знаю, где там папа, и сейчас с Денбрелом. Как так можно поступать? Я даже не понимаю. Я знаю, что не у всех как бы складывается, не у всех спокойная, нормальная жизнь, но это, знаете, как бы папа бросил семью, мамы вообще там рядом не было, так для детей очень жалко, это просто неправильно, я не знаю. Но я надеюсь, что у него как бы он станет старше, семью как бы ничем не занимать, не заменить, но видно, он выражается, что он нашел семью в своих друзьях, и его сестре, и тете, которая как бы кажется как бы очень преданная как бы им. Я надеюсь, что все у них сложится. Yeah, so now let's go to the video. Nice jacket. Одет совсем под руком, такой пиджачок красивый, не спортивный. Обрезан. Прыгает немножко версия, не знаю почему так. Today, glad to pay.
очень особенное. Жалко только, что не полная версия. Хорошо. Да, в общем, это конец. Я, с одной стороны, хочу сказать спасибо тому, кто выложил это видео. Я пытался найти, и не было как бы много вариантов. По-моему, только этот. С другой стороны, ему, наверное, надо было его как-то обрезать. Я не знаю, может быть, тоже авторские права. Но явно был обрезан как бы видео. Но ничего, мы как бы будем говорить о том, что есть, не о том, чего нету. И Дембрел просто потрясающий был. Я не знаю, только стоило видеть лицо Игоря Крутого, который явно ему как бы понравилось. И такой особенный как бы голос. Я проверил, я песню, понятно, знаю, но не помнил, кто ее поет. Проверил, это Назарет. Назарет. Группа. И я думаю, что это очень хороший выбор этой песни для него. Он очень как бы особенный, уникальный именно с точки как бы зрения музыкальной. Темп, владение как бы своим голосом у него на очень высоком уровне, особенно в его возрасте. Мне лично нравится, знаете, вот это вот горловое пение. Это можно так подумать, посмотреть, что это такое, как вот. Но я вам хочу напомнить, когда пел Луи Армстронг, и он до этого много играл, я одну статью когда-то прочитал, что у них что-то, ихний певец там, не знаю, заболел или там, я не знаю что, и надо было найти кого-то другого. И они пытались найти из тех, кто как бы играет, и он себя предложил, сказали, он... Не, это не пойдет. Твой голос не для пения. Ну, понятно, это было как бы очень-очень давно. И потом после этого выступления как бы одного, когда всем очень-очень понравилось, так типа в насмешку говорили, что на следующий день все стояли возле форточки, чтобы охрипнуть и слышаться именно так, как Луи Армстронг. Так что я лично как бы очень-очень люблю такой хриплый голос, он очень особенный, очень, я не знаю, с одной стороны горловой и такой как бы немножко напряженный, с другой стороны он как бы тебя расслабляет, и дело любителя, мне лично нравится очень. Yeah, guys, I just wanted to say that I really liked. I'm sorry for the cut version. This is not my cut. This is the way I downloaded it. And I just wanted to say, first of all, thank you for this great performance. And I don't know, did he win with this one? I guess he does, because it says here actually in Russian that he's the winner of this year's final. It's only, I guess, the semi-final and the final, because I couldn't find any more songs. This is the version that I found, of this song. I know that you're going to tell me that there is the "This Super, You Are Awesome" version, and I will get there. Maybe, in a couple of days, maybe a week, I will watch it, but you have to understand that these videos are probably going to get blocked
So I want to maximize their online time, and hope that I don't get punished by YouTube. This, I don't know if you know it, but if you get punished by YouTube, eventually they can close your channel totally. So let's hope it doesn't happen. And I really liked it. He has amazing pitch. He has amazing unique voice. With throat singing, this style of his. I'm really happy for this kid, especially with what we seen in the beginning of this video. And guys, with that being said, this video is already too large. Every time that I need to speak Russian and English, and the two videos, it's getting blown. I better wrap it up here. The T-Super shows are coming. If you have any other live performances, the live, I really prefer the live, and usually there are less problems with the copyright stuff. So if you have links, please send it to me. Если у вас есть еще рекомендации, кроме Ты Супер и вот этих, если у него еще записи есть, посылайте мне линки, потому что я немного чего нашел, как бы, Димблера пока что в интернете. I'll wrap it up here. Thank you for watching it with me, and I hope that I will see you in the next one. Bye.